меткостью. Чё лучше, не понял? С хостой меткостью шею, короче, беру. ШП одеваю, хуй с тобой. Ну да, да. Так, блядь, за шею за эту торгуйте. Сейчас, ебать, один PC поставит, она будет 400 UD, 26-я шея стоит. Пиздец, без ебать. Сокета, ебать. Ох, блядь, ебать, ох, сокет затащит. Сокет бонус, да у тебя руки под хуй заточены, 18 место по ДПС, алло, блядь. Так я хили, я второй зато по ХПС, ебать, с нуля, нахуй. Ничего так. Там, если бы, блядь, было бы, нахуй, даже 8 сокетов, оно бы тебе не помогло, блядь. Да вообще поебать. Второй по ХПС, зато ебать, последний по ДПС, конечно, нахуй. Я бы еще бил бы, нахуй, хочешь? И хилил, конечно, бил бы, блядь. Ты ж вроде ГМ, блядь. Соси хуй. А я говорил, что ты не ДПС. Ну вот, блядь, ты видишь, даже столовка говорит, что все вам надо, нахуй, от меня. Вы прекращайте давайте. Тебя тело-то пускают, нахуй, к лохам, блядь. Хиле, блядь, должен топ ДПСом быть, нихуя нету от тебя толку. Блядь, одна параша упала, пизда, ебать. Не, ну, кстати, не упадет, плечи, нахуй. Плечи, кстати, на друида, ну, может, на какую-то сову пойдут, ебать. С критом 26-е неплохие. И пояс. Правда, кожаный пояс МП5, мне кажется, какой-то дебил его рисовал, блядь. Ну, кожаный пояс для кота, по-любому. Да, с духом, блядь, с МП5. Да-да-да, для кота. А штаны, кстати, неплохие, да, эти хаст меткость, 26-е, тканевые. И 132 СПД, блядь, неплохие. Для тех людей, у кого не нужно на 4 шмотки сета, можно забусить, блядь. Так, Саня, на тебе шмот, блядь. Как получается, после Ульдуара, ну, появится и острове сразу 33 будет больше? Да я не думаю, блядь. Может, они нарисуют сейчас 26-е, блядь. Вот это может быть, блядь. Может, они так геморно займутся. Ну, блядь, 13-й же сделали, блядь. А вы что-то роли уже, что ли? Что все упало? Не, я отдал все этому, Саша. Штаны на танка, штаны РДДшные. Вот, кожаный, ноги мне нужны РДДшные. Кожаный пояс и... какая-то, а, и плечи кожаные, с духом. С критом. Не, ну пояс на кота самый топ, да, я в курсе. Запы упали, блядь? Да, да, кстати, запись секс. Они падали с пугами, блядь, какой-то, блядь. Не, у нас один раз падали, их забрал, блядь, этот, нахуй, Коля, по-моему. У нас какой-то вагон в Пугареде забрал их. Как его, блядь, ник был у него? Мах. Кстати. Да, лостым, лостым, Коля. Кого забрал? Отсюда, смотри. Запы, да, 26-е были. У меня тоже так. Всем похуй, пошли трэшбить уже. Да, да, я тоже так думаю. Всем поебать. Погнали. Мы плюс 3 делаем или плюс 2? Да плюс 2 делаем спокойно. Первого этого убиваем. По отражению этого ебучего. С магом. Ой, с магом. С маной нашли там. Быстро. Агрите уже следующий. Йора, ты стрим смотрел, что ты говоришь, блядь, и у них там тоже не получается. А у кого не получается? Кто мне написал, что у Этернелов такая же хуйня, ебать, типа со скрой, блядь. Ну, это... Давайте вот этого быстренько бабахнем нахуй и все, и пойдем дальше. Там Антоха сейчас собирал войск на спятку с пуками. Такая, ну это не супер такая проблема, конечно. Что-то ну это, блядь, этот. Упрощало нам этот, но быстро переводить, блядь. Ну, там еще заметил одну хуйню, что когда делали, потому как я сказал, то есть агро было на мне, и потом переагрил другой человек, мораль. То есть агро было на нем, он дал на нее гриб, на искру, и она сразу полетела к боссу после гриба. То есть, скорее всего, что-то с грибом сделали. В прошлый раз она стояла в оковах, бежала к боссу, и она полетела. Он ее до этого грипал, потом кинул оковы, начал ее бить. Оковы не слетели, она залетела в босс. А, грязь.
скрипов, как ебала. Ну, в любом случае. Короче, какая-то хуйня, ну просто, блядь, получается, что мы его дольше переводим. Так мы, блядь, две искры свели, гиру дали, и все, и перевели его, нахуй, забыли, блядь. Типа, вылетели на третью фазу, у нас больше пяти минут времени. А сейчас вылетаем на третью фазу, там 4 с копейками, типа, блядь. Ну, почти впритык под берсу убиваем его. Вот сейчас мы его убили, там минута с чем-то до берсы была, а до этого там больше 3, ебать. Да хуй знает, вот когда Саня попросил, типа, вы сможете к нам подвезти, мы спокойно, блядь, провели ее через полторы метки, нахуй, блядь. А может, надо просто по очереди ее таунтить, блядь, ну, типа, не замедлять не станет, нихуя не за этого, хуй его знает. Там одного таунта достаточно, главное, чтобы сначала ее кто-то, блядь, другой сагрил, типа, чтобы она, короче, сменила два таргета по агру. Тогда нам... А давайте сюда сейчас, блядь, сагрите нахуй босса, блядь. Самаха, ты стреляй-то там, ебать. Вообще не идеально. Короче, ты Саня, поменяй лут. Должен стаунтить. То есть, если хант один ударит и стаунтит, там ДК один, он таргет не поменяет, он не будет лететь к твоей цели. Он будет сразу к боссу срываться. Он уже сколько, блядь, в десятках эту хуйню постоянно водил. Большого добейте. Ты можешь вот с маной, который стоит там, он один, по-моему. И в него сразу сыграем. Звездочки. Что, скиллового мага нету берсу себе спиздить? Так, а вы хотите, это не пиздится. Как не пиздится? Ну, она не подсвечивается. Это история, а не баф. Это эффект исступления. Все работает как-то, блядь, не так, как должно работать. Меня это начинает заебывать, нахуй. Каждая, блядь, обнова, что-то, блядь, нахуй ломается. Такое ощущение, что, знаешь, там сидят люди такие, да, наверное, это нахуй не надо, удали это, Витя, блядь, нихуя, блядь, Витёк, не то ты нахуй удалил, ну и хуй с ним, может, не заметят, ебать. Где-то вот так это выглядит. Юра, разъеби мага. Чему это сейчас было? Сломай магу, ебало, сломай магу. А во вторую смену приходит Петя, блядь, ебать, говорит, ебать, говорит, долбой бы все поудалили, сейчас я удалю, что они делали, а своё брата нахуй верну. То есть, Саня, ты, гандон, взял, прочитал этот мем ебучий и не прочитал то, что ты говорил про слот? Да, я это такое говно, пиздец, если я в ахуе. С мема с этого я, ебать, орнул полдня, орал. Я такая же хуйня. Орю, да? Да. Арю. Ара! Саня, на босса? Да. А я на бьебосса, да? А вот сейчас срез на мини-босс. Так, а ну еще, срез на этих, на малых будет, правильно? Да. Да. Можем ману попыть. Ебаните там бафы, масс-бафы, карася. А че вместо мина точно висит, блядь? Вы че нахуй? Нет, бафы. Маки, дайте им как, кто там мне дает. По присту, да, дайте им как. Кулак повар. Огурцы будут? У меня остались. Давайте готовность. Ой, ранец. Ирландец. Ну, где-то... Давай объясни. Этот, подождите, какой молодой там, или как Хантер у нас там, есть какой молодец? Всё, да, здесь у меня просто игра вылетела. Давай, это ирландец сказал? Да-да, ирландец. Да, видишь, он уже зашел. Думал, может, тебя взять. Всё. Столовка, давай, начинай. А подбегай сюда, ирландец, блин, быстрее. Я его тэплю. А, ну все, нормально. Ля-ля, ДПС накручивает, блядь. Соси, у меня проков нету. Давай, на мобов, мультидотай, блядь, быстрей. Сейчас пойду. Ха-ха-ха.
Вова еще вышел быстрее, бля. Все, и сушение хуярь. Волна. Со спины нет. Так, поставили бурсты, отдали Геру туда всю хуйню. Давайте быстрее. Посыпался пацан. Стена с лица босса. Наверное, думаю, так меня еще не ебали, блядь, этот дракон бедный, блядь. Морально пал, хули. Бля, десятку нахуй бурсанул, блядь. Оставшаяся всю хуйню шадрала. Блядь, на пульте этих мобов, блядь. И кливайте их сразу, блядь. Не броню ломаю. Давайте с лица, ребят. С лица. Заклинивай. Вторую пачку. Там эти так заклевались. Я там семечку накапал. Можно клевать. Там войд зона аккурат. Саня, ты что тут поменял лут, да? Да, да, да. С лица. Саня, можно буду просить иннер по ШП? Законно? Нет, кстати, вот я что-то не сказал. Давайте мне, короче, забейте. А что, у тебя это пет на КД? С жопы. Тучку так отдам. С морды. Что было? Хуяси. А, ребят, броню порезали. Тут моб дракончик, заберите. Пиздец, броню срезали мне. Почикали, ебаный рот. Это Чикатило, отвечаю тебе. Со спины. Ой, в Африке так приятно, блядь, стало, пиздец. Ну хули, кнопок-то больше стало. Ну тогда поприятно. Ну да, в Африке повеселее играть. Так, блядь, слишком много, походу, перебирал. Ты чувствуешь, когда у тебя пытка промахивается, а ты стоишь, ждешь, пока она прокастуется, нахуй. С морды. С лица, ну. Понимаю, но. Хуёвости, Африк. Ладно, проебал так проебал. 4.5 минуты. 4, ну пятерочку я выжимаю. О, трапы упали, ебать. В хилошмоте, да? О, так что нормально. Это деду надо, блядь. БУЕ плечи, да? Это мейнспир. Мейнспир? Это пас. Так, это пас. Перчатки 213, не? Да. Самый частый вопрос, блядь. А чё, Баеху тоже ролишь? А я не шарю, но. Не, Баеху не надо ролить. Не надо. Блядь, я там не понял, что на плечи клацал, ладно, похуй. У меня вроде тоже 13. Нихуя себе сумку выиграл, ёбаный рот, блядь. Вот это можно и нахуяриться по такому поводу, блядь.
Так, я в Накс захожу, давайте там, кто у Накса там находится? Там есть ребята? Да сейчас прилетет. Кому шмотки надо, вы? Танти. Ладно, я сам прилечу. Да, Егор. Ой, блядь. Че, твинков на Накс, который сумму не отзывали? Да, сейчас. Так, вот нахуй сумму нет. Тут лететь меньше минуты. Больше сумониться будешь. Токен мне уже дай, я пойду его сразу поставлю себе на ШП, а то я, блядь, бегаю нахуй. В перчатках как говна, нахуй. Молитва восстановления влечится на один, блядь. Давай. Сумма такая. Это нормально, блядь. Конечно, ебать. В хиле 5к давать, ну. А этот, чё? А, Влад, ты на апрести пойдёшь? Ну да. Шмот разролился или у меня донт я ладал? Пойду в Леме сейчас. Разролился. Ты, а нахуй я так ШП собираю? Да я побью хотя бы раз. По-братски. А че, 4 не захилят, что ли, ебать? Ну да. Влад, ты что там уже нажрался, что ли? Я. Да пока не. Голодный. Холодный, блядь. Сегодня нахуй Антоха, блядь. ВФГ нахуй. Меньше 3 минут туалет отбегу. Че, Антоха? В гильдии его в ВФГ набирал народ, блядь. Че, конченый, что ли? Марвел, тебе нужно зайти в Discord, вкладка аддон, и скачать там ЕПГП и загрузить его себе в аддон. Все. Там будет ЕПГП и ЕПГП лукмастер. Кончен A получается, да? Что-то не знаю, вроде у него так, там... Ребят, сейчас надо... будет разрол вещей и перерыв 5 минут. Давайте. Таня, отходите. Да, поставь там на писюкаку. Так кто выиграл эти шмерчатки, перчатки? Я тебе отдал. Ой, блядь, запы. Локо. Запы у меня. Напишешь приору ниже был, пацанов. Оба. Этот есть теория, если клацать по порталу, типа, где суммонятся, то быстрее рейд собирается. Честно? Блядь. Так, перчатки на мага я отдам, получается, это. Лои. Егор, тебе нужны вот эти плечи? Кольчужные, с ловкостью. Женек, ну у тебя фуловый же что-нибудь. Или тебе тоже? Да эти перчатки вообще не падают. Первый раз упали, но ты кал, блядь. Давай паролем. Ну хотя я... Хорошо, мы все в одном инсте как бы были. Я на что не намекаю. Ока, а у тебя что там по шмотке, по этой? По перчаткам? А просто у тебя есть пускай ролем, да и все, а чё? Кто выиграет, тот выиграет, плохо. Так у него 13-й, блядь. Чё, Женёк? Чё там? Ой, блядь. Так, ну давайте с этого. Сока, пароль, да. Шо там, блядь, сока? Это, срезу отдавать. Креста прыгнуть или нет? А то тут по факту сколько? 4 ДК. Срезу, окей. Вот эту. Надо. Ну, на сову на какую-нибудь, наверное. Машу. Может быть. Я на себя кинул треугольник. Срез, давай. Обмен. Ты, наверное, бисовый, да, штаны, типа, на танка? Ну, очень хороши. Мастерство дают. Четвертый не особо интересен. Блять, Саня, зачаришь мне перчатки? Такую хуйню. Тоже, наверное, друиду, да, да. Ну да, пусть одевается друид. Получается, еще остался. Вот эти ноги остались, нужны. Пиздатые ноги на ШП. Они чисто на ШП идут. Стой, блядь. А есть окони, слышите? Красный сукетик, блять. Для тебя нет. И плечи упали вот такие. Блядь, дайте наковальню кто-нибудь. Давай мне, блядь, эти плечи, хай будут. Неплохие, кстати, плечи такие. Да, мастерство. Ну, да. Мастерства не хватает, поэтому, блядь. Ну, ПБ еще нормально. Так, Мумура. С плечами даже чуть-чуть перекал. Это... Ну, так.
Сань, я тебе там в ПМ написал, а Лисичка дальше не сможет пойти. Да, да, я понял. Пусть уходит. Там вон хэпал просился, синдикат. Ну вот, как раз хэпала на хэпала, бля. Мне да, сейчас будет. Если Саня, сам, стой, ладно. Поставь мне порт дал, пожалуйста, и вот эту хуйню, пожалуйста, мне почари, братски. Началось, ебать. Охуели вообще. Сейчас надо же реги взять, ты регов не даешь же. Да в КБ же все лежит. Так, блядь, вытащил бы, мне дал, я тут... А я ебу какие-то нужны. Шмотки. И дашь мне порт, и дал ран? Или любой маг, кстати, порт дал ран. Сейчас я тебе черну, потом дам пол. Косарь голты давай поставлю так. Тебе. Трэш пойдем бить. Так, у меня сейчас вроде сейчас бы был, надо будет. Кикнуть Лоя, да? Надо кикнуть. Надо с гильдией. Шмотки разволил, да, вы можете пока в каше. Давай перчатки рольнем эти, да я. Портал стоит. Они твои, чё их ролить? Какие перчатки? У меня их нету. Как я их? Сейчас они у него нету. Сань, дайте пати мне, пожалуйста. Тройки. Сейчас, я не могу, блядь, за всем. Он у Макса есть. Ассист. Чё там, Риджи будет дальше идти? Нет, я сейчас на Элеме зайду. Ты какие Элемы? Ты хили же, Арч, блядь. Так 4 хила, блядь. Два хулипала, Эршам, Эрдру, нахуя ещё пятый, блядь. Я, типа, в ретрика давай могу. Свои перчатки быстрее. В ретрика могу успехнуться. Не кидай обмен. А ну ебаните ещё раз шкаф. Сашка, а чё редко она, блядь, прокает, если там написано, что, блядь, атаки ближнего и дальнего боя могут, блядь, повысить, а не критические. Ты чё, блядь, удары? Александр? Ну. Ещё раз, ещё. Блядь, подожди, подожди. Я вот, вах. Давай, давай сейчас. Ну, что, нет, нет. Кстати, как раз это тренькое место зеркальца хорошо подойдёт. Кто там? Где Лоя? Дай, дай мне этот портал, пожалуйста. Пойду сейчас чарку себе. Ой, блядь, дырку сделаю в печатках. Наверное, треню еще возьму себе. Откройте там или портал, нет? Кто там? Тоже сделал. Где этот синдикат? Получится на приста прыгнуть или нет? М? Да Саня ушел, на приста. Да? Сань, дай уже человеку пати. Влад, наверное, будет хилить, блядь. Так в 4 же хила хотели. Я 4-й буду. Да, так и будет. Так, мне получается нужен Арчи и Синдикат. Синдикат выкидаю пати. Бля, какого хера вы еще в Долоране сидите, вопрос? А все побежали чариться, блядь, шмотки. Перерыв же все равно 5 минут. Тури, хули доебался до людей, блядь. Нахуй там тебе, бля. Ладно, пошлите, короче, ссать там, срать. 5 минут, да? Да, да. Сейчас еще посыпаю. Так что, прыгать на приста или не надо? Пускай он чек похилит на присте, блядь. Я хоть подамажу, блядь. Бля, гляньте на эту шмотку, рукавица, блин, танковская и тоже бонус. Повышает рейтинг пробития брони. Я видел. Нормально, блин, на танке РПБ. Ну, еще неплохо. Женек, заходишь на ШП свой? Да, сейчас зайду. Все, почему ШП? Я ШП же, не? Нет. Логопеда, ты только меткость собрал, а ты бись, дай побить, нахуй. Арчи, сука. Я захожу. Иди на хила. А у меня нету хила, у меня 2 ДД спека. Ты че, блядь? Ну, так. Я ж не хильник, я покусал только кнопки что-то жать могу и все. Это не одно и то же? Ну, блядь. Да я ПВПшный делал эти, ШПшку, я монеты у Джулии фармил за этот боевой пропуск. Ну че Женё плевнул? ШП. Под хила сату ставил. Вот, я запомнил. Он слепко, знаю, похилить хочет. Савену. Пойду я такой посру, короче.
Заебал, блядь. Бить не дают. Буду срать тебе. Побей, хиле. Ну ты как всегда, Влад, под себя что-то. Под тебя могу, отойду, короче. Ну давай под меня что-то. А на эти с кого падали? Дайте пати, у кого там есть эти права. Или все ушли? Все ушли. Они мне дали права. Там больно. Теперь Аня придет, будет его облизать. Сумоню. Бля, припотов нету на ШП. Сука. Только фласки. Тебе настой надо? Да настой у меня есть, два стака. Мне припотов нет. Ну ладно, пусть. Все равно ШП не дамажит. Лёха, ты тут? Шарните квест кто-нибудь, а то я забыл взять на ШП квест. Ага, спасибо. Надо. Подгоны. Понял. Ну, это, запад на СПД, это, да. Камень на СПД. Подгон такой, знаешь, страшный. Сань, так что можно заказать? Это репа с этими союзными фракциями, или как они там называются. Влад, засранец. ГЦ? Это серьезно, блядь. Серьезный мальчик, да, блядь? Мальчишка, блядь. Короче, камешек вставлю, ебать, красиво, отсаскал у меня. Ну, за недорого продать, блин, себе, блядь. Там как бы это, перерыв все, блядь. Надо работать, нахуй. Так работай, ебать. А в ком я иду-то, ДЦ или Холики, блядь? Алё, нахуй. ДЦ. Где, мудак? Блядь, ДЦ-чик только нет почему-то. Какая-то хуйня зашла здороваться. Дайте пати, блядь, я долго ждать. Ну, ты как ты пропадаешь? А куда Кьювикс пошел, блядь? На кота. А. Кьювикс, что там? Они. Да, захожу. Поставьте шкаф, давайте суманем там кто еще. Нести Арчи. Да идут уже, я пошел. Среза вашу.
QX. Марло, потом это расскажем. Сейчас все равно не подходит. Что, погнали? Куда? Чумку? Да-да-да, чумку по стандарте. Срез, ты тут? Да, самоните. Я просто это перебивал. Соловка, иди пока, начинай уже, пуляйте-то. Ждите сейчас. Пошли, пацаны, пошли. Ну, ебать, супертанк пошел. Ищи середину. А то у тебя там, походу, покемоны так зовет, блядь. Ты моего покемона не трожь, но. А, срезал танк, что я делаю. Этот паладин хэпала, у тебя что, ПВП спек, все, один. Один спек на все случаи жизни, что ли? Может, забыл переспекнуться. А. Это очень плохо. Так это не ПВП спек. Это ПВЕ наговенный, как бы. Так-то. Какой-то непонятный спек, нахуй, блядь. Ну, ты в ПВП свет небес не качаешь, ебать. Это понятно, блядь, ну... Он нахуй любит ему лани давать, блядь. Он из брони, блядь, нахуй ему. Ну ладно, блядь, похуй. Ну это чтобы сокру качать. Аккуратно, идите. Пуляй, одну. Да, одну. Можешь полторы пульнуть. Не подходите к ним. Там сейчас еще одна, по идее. Она идет. Понимаю. Вкусно, ебать, слиз надо убить. Хуета. Егор, контроль, который вот подниматься к нам сейчас идет, это горгулья. Поофиряю пока. И пока я не дойду. Давайте эту бьем. Не херяйте, фернете концерт. Да мне кажется, она не успеет кастануть эту херню до конца, если еще косноязычие повешает. Слоки знают, что это. Да все уже. Давайте в левую влились. Я сейчас поломаю, а блин, демона нету, отвечаем, да? Блин. Демонов нету, есть телем. Да? А что-то это, тотема нету тоже, нихуя. Дай ему по гривен, бухой, блядь, не помнит нихуя. Чё за кипиш? Фир, дайте. Куда нас, сука, блядь, бегает? В кабину загнали, блядь. Тёмную настроим. Шалава, блядь. Вырваться пытается, его. И гаси её, нахуй. Хана, как последний раз дерётся, нахуй. Ну, тоже... Что же делает, блядь? Блядь, если тебя одного 25 человек бы запинывали, я посмотрел бы, как ты дрался. Я же её не бил, я же её хилил, ебать. А ты её хилил? Ну, понял, ты, поставьте, блядь, рыбу. Любишь идти нахуй. Давайте покушаем, рибахнемся. Ставлю рыбу. Разберитесь там с аурами паладины. Да, трёх коней поставьте. Дайте каску, кулак.
Кулака 5 минут осталось, 4. Что-то запакую всех, блядь. Ник... Не с циркуля, нет? Да. Ты не на X1 играл? На X1 играл, на X5. Ну, такой рога у тебя был на X1. Ну или не рога, а вар, я не помню. Мак. Мак? Блядь, что-то знакомый пиздец. Каску дайте, пожалуйста. В стронгах у меня такой на X5 маг был с таким ником. На X5 не играл, на X1 играл. ДБМ пул будет давать. X5 для лохов. Ой. Так, ладно, блять, кто будет танчить? Столовка или срез? Тот и тот. Ну, я имею в виду напуливать в кого? В столов. Столовка. Так, давайте, арчи на готовность. Бэм, да. Тилдран, каски бафы. Без герби. Угу. Арти, слышал? Геру с пула. Нечаянно, кинь инер по-братски. Аркан маг, я буду в топе, блять, но дайте мне инер, да? Плохо даю. Не, нормально даешь что-то, ну, блядь. Рыло, продекурсишь, что сейчас хуйню? Чтобы чему не было урона лишнего. Скинь себе. Так. Жесткие пацаны. Тёма, иди курс. Сука, закончился. У меня то ли один, короче, забагался, то ли что, я дику не вижу вот этот в Адоне. Там некоторые косты нельзя снять. Ладно, никому не говори. О чем? О том, что тебя звать Влад, но. Иди нахуй. Добрый такой, вообще пиздец. Иди нахуй, заебал. Понял, понял, что ты. Да уебать. Ой. Опасного поцика вспомнил. Жесткий, жесткий, да, пацан? Нет, сука. Я уебать, походу. Страшно нахуй, блядь. Напуливайте сразу, блядь. В этого, блядь. В столу. Блядь, ну танк же, нахуй. Медзукара напуливайте, пацаны, по-любому, нахуй. Ой, извини, перетаунчил случайно. Давай, декурс, декурс. О, изнасиловали нахуй. Ой, бля, шалава ебаная. Вот, уважаемый, скачайте Оман, как говорил Лок. Блять, ну извините, у меня тут нахуй все закрыто. У него после телепортации скидывается агро, там, блять, хуй проследишь. Не знаю, один только. Чистите, чистите, трэш, не стойте. Потокова ебаная, бля. Первый раз вижу метательное с него, ебать, меня аж привстал, ебать, от радости, блять.
Я извиняюсь, тут вклинись немного. Димон, а ты кому первую стиль дал? Тебе? Не знаю, у меня первая не было, только вторая. Мастерство, меткость. Надо мне такое, блядь, не надо. По ЕКБКТ, блядь, паролу просто. Мы паролу ролим просто, или как? ПГП. Да, да, паролу. Mm-hmm. Надо нажать. А, в смысле паролу, блядь? Я же говорил паролу. Но все равно по ЕПГП считали. Это паролу или нет? Ну там в ЕПГП... Блядь, завтра все срежется, блядь. Конечно, завтра у тебя что? Будет 0 ЕП, нахуй. Чё ты тусишь? Не, ну все равно кто-то по приору сейчас выше, допустим, блядь. На туре, блядь. Из-за чего? Из-за того, что, блядь, сходил в рейд в один? Ну это бред. Действительно. Ну да, полторашка ЕП, хуйня. Там в аддоне ЕПГ полтора есть. Ну, всё, ещё раз дал. Нахуй усилите сейчас. Там кого-то есть. Начинают разлетаться нахуй. Просто, блядь, хуярьте и хильте. Тут тебя было за покой, он нахуй еле живет, блядь. Ванишнул, блядь. Подожди, да? Там сзади да, еще да, и братошка. Моби. В чумную сыграйте. Двуручка упала. Да. Там топ для ДК танка. Столовка, да видишь, настало твое время. Где? Ебой. Очищение, блядь. Очищение, нахуй. Шоманы. Сзади еще тварь одна. Да я ее. Вернитесь все назад. А на ретрика пойдет это? Не морали, а мы. Может танку отдадим? Откровенно, она лучше. Морали топор с островом похуй. Да, но я на танка не отказался. А, ну бери на танк, если тебе. Мне есть смекалки, походу, надо. Запятил драйна, пока что стоит. Хотя не, подождите, а у этого... Морали, блядь, у столовки что там? У столовки синяя пуга, по говно, блядь. Ну, вот где... Столовки, а ты, да. Где я прыгаю тут? Где я прыгаю? Вижу. Я вас... Я, в смысле, просто перепутал, Ники. Бать, нахуй, камни перебью потом. Уф. Рыбку ставлю, кушайте. Кто помирал, кто ману юснуть хочет, все кушайте. Что ты думаешь, Денчик? Не знаю, я бы взял, если бы у меня других не было. Ну я тебе линканул, какие у меня. Блять, если тебе мастерства не хватает, бери, почему нет? Да мне как раз не хватает, блять. Правда, теперь меткость и перека, блять. Станьте, череп слишком по-уебански стоит. Почему? Ну что, слишком далеко от платформы. А. Прям на угол, блять, вот так. Вот сюда его поставить, будет пролетать. Сойдет, нормально. Крест как-то непонятно. А ты бесит. Да, крест чуть правее. Ну, серьезно. Да все нормально, ебать, Саня, угомонись. Прекрасно знаю, что крест обычно... Мне в ДД идти? Я уже чуть правее, блядь, левее уебал. Нормально. У тебя или Саня? Далеко, крест ногами сидит. Вообще, Саня, мне в ОТ сидеть или в ДД? Давай в ДД. Спекайся. Егор, Саня, есть чернуть на 50 АП, блядь, запы? Ну, давай не прям сейчас. Арчи, можно к миликам свичнуть. Тотем шерсть, да? Ну, я тебе черну говорю. Давай. Сейчас закину. Еще в другое. Не, рыло закину. Угу, я тотем поставил. Тема, тотем твой. Да, курс. Ну, спасибо. Гера, поехал. Чай на инер, братик.
Марлу, который рестор друид тоже в Абу-Даби Кинина. Секунд. Ты тикает, идем в черепочек, Саня, не тупи. Молодец, что сказал. Побежали. Побежали. Чисто стадо в метке умерло, чисто вообще обожаю этот сервер. Они не в метке были. Видишь, где они лежат? Да что за ебаната, блядь. Кстати, ебала, да. Мы зашли за эту хуйню. Да нихуя, вы у меня бежите нахуй где-то позже. Я не знаю, наверное, не только в метке дело, а в сервере, может быть, потому не что... Не знаю, ну остальные кресте. Живые, что-то не получается у остальных, наверное. Ну типа ебать, всё. Я умер в кресте, нахуй, бить не должно, по сути. Я вам сказал, что метку поставьте, блядь, правей, нахуй, блядь, куда поставить? Я не знаю, все нормально. Я поставил потом. Он поставил проверить, и сказал, окей. Нормально. Что, может, БР там или нету БР? Да падает. Там людей блядь. Не, можно, конечно, только, блядь, кто БР будет. Там нету. Полипал, вот, сюда здесь. У нас нечаянно есть. Да, он нечаянно БР. Давай нечаянно, слепоту. Пускай поднимет Эрдру, ну или там слепкота, и он еще кого-то. Ну, слеп. Слепкот Квикса, Квикс Эрдру. Давай быстрее, нечаянно. Слеп и БР. Слеп было... Квикса. Квикс в Малари. А, давай тогда airdrop, давай пикса. Кого поднять еще раз? Кого Квикса. Поднять? Квикс, друид. Пати. Друид. Вторая пати. Друид, БР, хпала второго. Сейчас бегать все равно придется. 15 секунд, тикает, идите обратно в черепочек. Побежали. Себя диспел. Холи пал. Готовимся бегать. Не умирайте, пожалуйста. Давайте добьем босс. Подбивайте потихой. Там до сутка осталось. Обдотайте. Побежали. Стоим. Перепрыгнул. Сука, да? Сука, дальше ушел. Блять, такое ощущение, что Таурены, блядь, как будто быстрее бегают, да хуй его знает. Чарта стоит у них. Лукара за чарти и все. В метку встаю и меня ничего не трогает. Один Лукара, блядь. Я сейчас всех протекаю, кто мне укол Лукара, блядь. У меня нету Лукара, я без Лукара бегал. У меня есть спринты, блядь. Я с Клыкаром умер, нахуй. Да, Тереса, пацаны. Давайте, масс-рез, кастуйте. А, нет. Ну, это охуевшая, блядь. Спина классная тоже, кстати. Да, боты на Алема. Мне боты нужны. Мне похуй на спины. Да, боты, кстати, это секс вообще, ебать. Сокет, вся хуйня, блядь. Да-да-да. На. Говорит, надо Клыкара чарить, так у меня есть, типа.
Так я умер, блядь, уже нахуй на луже на второй, когда она, блядь, я тебе сказал, на прошлом КД, блядь, на прошлом, у нас 6 или 7 человек умерли ровно в метре. Кирилл, там Кирилл, блядь, вот, смотри, вот, смотри сам, блядь, по лужам, где они должны тикать. Я вот здесь вот нахуй умер. Тут не должно быть лужи, правильно? Лужа вот здесь вот тикнула, блядь. Че ты агрессия? Нужен этот плащ, у тебя я не агрессия, я ему объясняю, он тупит. Да, да, он я знаю. Говорит, что в метке люди умерли. В прошлом КД та же хуйня, в метке сдохли если люди, четко в метке. Таня, давай. Ну, значит, какая-то хуйня. Есть плащ, у меня такой. А может, какая-то... Ты, наверное, блядь, прыгнул. Мура, у тебя есть плащ такой? Ты, наверное, Влад, прыгнул, нахуй тебя просто... Просто прыжка, я щиточки тыкаю. Да угомонитесь, сука, блядь! Абсолютно правильно. Дайте разролить, что ли. Что это за базар, нахуй? Так у тебя ж, блядь, там все по роллу, нахуй, в ладони идет. Роль. Да, поэтому мы пиздим. Год расчистит, все, поехали. Да. Каску уебите, нахуй. Смазку. Поговорим, блядь. Аэроланец вообще стойку не меняет? Ну, он холи хуяет всю дорогу. Нахуя. Данек, закинешь вам в другой пальце? Накидка блеска. Сразу рыбку, огурцы, там все дела. А, так порол уже, ебать, правильно? Да? Где она? Она упала или что? Чё? А, она да, блядь... у Мумуры. Чё, да? Я в холика спекусь, пизду. Ставлю рыбку. Кушайте. Слышал, Саня? Да. Огурчики сразу, ребята, тоже там завезите. Так, у нас получается срез со столовкой танчат. А, пятая пати, все хилы. Я кинул, короче, столовки СС. Кидай, кидай. Второй СС срезу кидите. Синдикат смотри, через среза хули лайтом хилишь, частичку кинь в среза. А второй хапал в столовку кинь частичку. Может, не ванхолики тут попробовать потанить? Не надо пробовать, не надо, нихуя, блядь. Надо, просто убиваем, надо. Нахуй, забываем об этой хуйне. Натуре, блядь. Ебать. Эти эксперименты, блядь, в пизду. Отъебись, Дэн, сука, отъебись. Чё, это нормальная зелье скорость. Мне клыка зачарен. Блядь, может, кастетик упадет, нахуй. Чё, Маус, крыло. Писать, кинем пока. Кину, кину. Первую ауру. Это, только с таймера запускайте, пожалуйста. Хорош, ебать. Что лучше, сейчас было? Это ханта прыгнула. Лучше лок, это не ханта, блядь, а ДКшника пет прыгнул. Все, бьем босс. Это не мог. Сразу, блядь, ханта ебать. Сразу на ДК. Ой, а я припот нажал, охуеть, блядь. Спасибо, блядь. Спасибо, извини. Хотел ДПС померить, блядь. Не респора. Хуя не баф, понял, спасибо. Чё вы, ебать, 3 часа, что ли, бить будете? Получается, что так. Можно какой-то паладин, это, пушбэкауру поставить. Вот эту спору разбейте и давайте Гера. Гера, давайте.
Нечаянно инер. Рестер друид тоже инер в Абу-Даби. Не лопнешь на фенточку. Нормально. Вот босс лопнет, да? Блин? Мана закончилась. А ты залей и отойди. Кирикс, ну давай ты тоже, наверное, мне кинешь инер для полного счастья. Столовка и срез. Сзади вас стоит хуйня, для вас чисто. Мы ее тыкать не успеваем, нас захиливают. Ты сейчас тыкай. Ладно, гимн, наверное, сейчас надо. Сдаем я гимн и Квик со слепкотом эту хуйню. Сдавайте. Бейте. Мумура, Токсиген, будете вдвоем гимн сдавать на хп. Сдавайте сейчас. Панков поднимите, хоть и палку. У нас есть синдикат, сдашь, короче, бабл, сокру, понял, массовую. Ты частицу там на срезе обнови себе. Давай бабл, тыкай, тыкай, тыкай. Сразу массокру затыкивай. Красавец. Пизда, столовка, танчи. Прожимайся. И щиточек закинул. Готовьте сейчас все съесть эти огурцы. Ешьте. Слепко, да, и БР. БР нечаянно. А, нечаянно, давай. Квикс, 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 у тебя БР только остался. Блять, ну быстрее. Ну вырежь. Взял, взял. Ебать, забери, забери, срез, забери, забери, я сейчас. Давайте, давайте, да потеем. Бурсты отдайте все. Сейчас надо будет огурцы жать, если у кого осталось, помогите по хилам. Все, и вы прожмите. 5 секунд вот тикнет. Там будет больно. Нормально, нормально. Банька в ахуе, у меня порча слетела, я даже не понял, когда она слетела у меня. И ты погон просто. Бать, нихуя себе, 8200 въебал, нахуй. Красиво, блядь. Порча у него слетела, блядь. Дикий рев и два кровотечения из-за транквила, нахуй. Так как, в смысле, алё, у меня порча, она должна быть топ-1, блядь, хотя она, блядь, вообще не понятна. Бать, ну у тебя рога, ну, блядь, голый передамажил. Да, порча топ-1 никак не будет, у тебя стрела тьмы всегда на первом. Она порча топ-1, всегда будет. Нет, здесь, нет, 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 не всегда, не всегда, но на этом боссе порча будет топ-1. А ты перевешиваешь порчу на экзекутке? На 35% я всегда, блядь, пил зелье дикой магии, блядь, и под него перекидывал порчу. На экзекутке, да, перевесил, блядь, она слетела. Я, блядь, даже проебал ее, когда она слетела, блядь. А ты, видимо, чем-то промахнулся, хотя я промахов не вижу у тебя. Там просто понял, Дэн, из-за того, что ты после 35% перевешиваешь порчу, она начинает тикать как ебучая, а после 20% ты убираешь вообще ротацию стрелу, и поэтому порча обгоняет. Он ее скрыл. Не, ну ты же духа закидываешь, если ты дух промазал, то ты, блядь, проебал порчу, считай. А как он может промазать? Он не может промазать. Ну, типа, если... Ну, мало ли, может, вэйт уйдет там, в мимо там, куда-нибудь еще, блядь. Только если так, блядь. Пацаны, сейчас вот этих мобов убиваем, разворачиваемся, идем на этот квартал мерзости. Ой, ой, забери, забери, блядь, ебать. А чё мерзость? Пока смекал здесь, он потом уйдет. Кто? Смекал. Кто такой смекалка?
Но он нейм, нормальный, и все. Ну, нейм получается. Да. Запомни. Да-да, и мне там надо идти по делам. Я, наверное, еще квартал два успею. Ну, идем. Мерзость, го мерзость. Так, tell me well, нахуй, порча, блядь, где ты там, нахуй? Только говно тут, пиздец. Я пока респектнусь с ДЦ, короче. Кьюикс, пожалуйста, не учи котом, блядь. Просто, блядь. Кьюикс, учи, учи, учи. Учи, его, блядь, он такой рак, нахуй. Иди в гильдию Этернал, там вопросы эти задай, и тебе объяснят, блядь. Это нам очень нужно, да? Бля, все, да, мы что-то новому научиться, почему сразу не учи, блядь? Ну, тури, ебать, дым, ты чё? Чисвашник. Чисвай, блядь. На таких, нахуй. А я не представляю, что это с полом, либо с монитором там. Да у меня все ебало сегодня. Головой, блядь. А, у тебя ебало, что ты себе ебало харкаешь. Он в потолок плюет такой, смотрит. У него весь там сталактит уже нарос. Да-да-да. Просто макается ебалом в эту хуйню. Проснулся, умылся, улыбнулся. Блядь, слезы. Плачь, да, все в порядке, блин. Слезы радости. У кого слезы, у кого другое что-то. Топор в ДД. Я тут тоже... Максим, ты уже, блядь, заебал. Ты который день в этот контент играешь, до сих пор не можешь перепрыгать эту лужу ебаную? Да я вольта беру. Клыкара, блядь, себе купи, заебал. Чтобы быстрее бегать. Дай ему Дензеле скорость. Не перепрыгивай, да, блядь? Убейте там сзади. Отойдите немножко оттуда. Тут фиолетовый кинжал сзади. 213-й. Нихуя. О, как у меня, блядь. Да, как у меня. Давай мне его. Это где? Какой это? Может, хирурги дальним. Меткость с духом, блядь, ну-ка. Нужен такой же. Такой же. Бля, можно два таких одеть, нахуй? Вправо руку рога забрать. Если ты рога, можно. Если ты рога, да, ты можешь два в правую руку одеть. Ну молодец. Быстрее. Нужно кому-нибудь. Они уникальные. Блять, не то что уникальные, они в правую руку.